В здании Совета депутатов состоялся круглый стол при участии представителей различных общественных организаций городского округа Щелково. Собравшиеся обсудили вопросы трудоустройства молодежи. Сотрудники Центра занятости гипермаркета «Глобус» Щелковского колледжа, а также участники местного отделения молодой гвардии «Единой России», которые явились инициаторами круглого стола, совместно с председателем Совета депутатов Надеждой Суровцевой, проанализировали, почему у нынешнего молодого поколения так часто возникают трудности с трудоустройством. Обозначили сразу несколько веских и очевидных причин. Например, неумение молодых людей грамотно себя презентовать работодателю, отсутствие понимания, как правильно составить резюме, а также невозможность соизмерить свои силы с предстоящими обязанностями. Выявили основные проблемы, которые стоят перед молодежью не только в нашем районе, а в целом, да, при трудоустройстве наших выпускников. Очень интересную статистику и колледж предоставил, и центр занятости. И выработали несколько решений, одно из которых – это создание рабочей группы между администрацией, колледжем, центром занятости, нами и союзами, объединяющими предпринимателей. Вот, где мы будем прорабатывать конкретно, уже более детально, мероприятия по решению данных проблем. Будем собираться там 2-3 раза в год. Колледж будет готовить уже целенаправленные программы обучения в рамках вот наших договоренностей под запросы наших предпринимателей. Безусловно, основная проблема – это отсутствие информированности между предпринимателями, заинтересованными в новых кадрах, центром занятости и учебными заведениями, выпускающими будущих сотрудников. Выпускники есть, запросы от них поступают, но вот грамотно выстроить диалог еще пока только предстоит. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».